Тетушка Ю ждет нас, и мы летим сегодня примерно на часик полетать. Крыло широкое и ниже иллюминаторов. Удастся ли что-нибудь снять, не знаю. Mitfliegt, das ist unser Ingenieur, Michael Kaiser. Schönen guten Tag. Der sitzt bei uns vorne im Cockpit. Und Этот самолет был построен в 1936 году в Дессау. Это оригинальный самолет Ю-52. Он имел богатую историю, об этом нужно читать отдельно. Люфтганза выкупила этот самолет в 1984 году. В это время он был в Америке и использовался для аэрошоу. И в декабре 1984 года он прилетел в Гамбург. Dann über den Thüringer Wald wieder zurückkommen, mal Kurven drehen und dann wieder hier am Kugels vorbeifliegen Richtung Weinbad oder auch nochmal ein paar Kreise drehen und dann wieder zurück und dann ist auch die Stunde schon schnell wieder vorbei. Reisegeschwindigkeit 180 Stundenkilometer. Wenn dann unten einer mal ganz schnell auf der Autobahn fährt, ist er bestimmt auch schneller als wir, aber das ist ganz normal dann. Und die Flughöhe beträgt ca. 600 Meter, so hoch, dass wir weit genug weg sind, damit die Leute besuchen. Da wird dann Michael Kaiser aufstehen und den Platz machen. Und Sie können jederzeit fotografieren, filmen, so viel Sie wollen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Und jetzt beim Einsteigen lassen Sie mit uns den Vortritt, denn wir wollen nach vorne ins Cockpit. So, nochmal ganz herzlich willkommen in unserer Zeitreise ins Jahr 1936. Это несравнимо. Я люблю всякие самолеты. Здесь мы выполняем короткие полеты, а на 747-м можно познать весь мир.
и мягчайшие. Это я стукнул камерой об стекло. Где цветы, дай мне ответ, где они остались? Где цветы, дай мне ответ, где они растут? Где цветы, дай мне ответ? Девушки сорвали, и вот их нет. Когда же все это поймут? Когда же все поймут? А девушки где, дай ответ? Где они остались? Девушки где, дай ответ?
сорвали, и вот их нет. Когда же все это поймут? Когда же все поймут? Где цветы, дай мне ответ, где они остались? Где цветы, дай мне ответ, где теперь растут? Где цветы, дай мне ответ? Девушки сорвали, и вот их нет. Когда же все это поймут? Когда же все поймут? Fischmarkt, Rathaus, Touristinformation. Next stop, Town Hall. Umsteigemöglichkeit zu allen Stadtbahnlinien. Когда же все это поймут? Когда же все поймут? Цветы, дай мне ответ, где они остались? Где цветы, дай мне ответ, где теперь растут? Где цветы, дай мне ответ? Девушки сорвали, и вот их нет. Когда же все это поймут?
когда же все поймут. Nächste Haltestelle, Hauptbahnhof. Übergang zum Stadtbus und Busbahnhof. Next stop, Central Station.